Всем погнали. Зайчик. Динго в зеркале заглядывает. Залезла. Ложе себе нашла. Остановился на своем любимом месте. Насобирал лисичек чуть-чуть на поджарить. О. Заняло мне, может, 1-2 минуты. Место себе вычислил тут в лесу. Я здесь останавливаюсь, когда мимо не проезжаю. Пошел, собрал, что выросло, и все. Так, вынужденная остановка в лесу. Братан пошел по делам. Пришлось Джеймса подержать. Да, Джеймс? Там сейчас, может, будем кемповать или дальше проедем, посмотрим. Так, здесь мы обосновались. Такое место классное. Динго гуляет, дизель бегает. Сейчас палатку раскинем, огонь подпалим и будем мясушко делать. Красота. Посреди леса. Ни сервиса, ничего нет. Это тема. That's what I like about it. О, смотри, вот здесь палатку поставить. Тут ровно и мягко. Под этими. Вот здесь вот я хочу. Вот тут поставим палатку. Между этими деревьями и там загорожено. Ладно, сейчас все сделаем, покажем. Так, сделал палаточку. Вот классное местечко. И здесь можно. Огонь подпалил. Пс, Динго, сидеть. Динго знает, где сидеть. Возле хавчика, правильно? Что ты, братан, огонь сделал? Эвичка. Эвичка, где мы сейчас? На кем поехали, да? Потом через лет 20 это видео посмотришь. Вспомнишь, где ты была, поняла? Поняла. Вот Джеймсик, какой маленький еще. Скоро будет здесь уже большим. Да, Джеймс? Там машину поставили. Сейчас, может, полетаю, покажу, где мы находимся. В каких местах. Так у нас все смотрит.
Вот так-то на. Полетали. Поджарим сосисок. Для этого мы возьмем эту штучку и возьмем угли. Опа. Сейчас сделаем красоту. Так, так. Где-то у меня была еще специальная досточка. А, спину себе где-то повредил. Больно. Да, диск. Сейчас покажу свою грильницу. Так, а где мы их будем поджаривать? Пошли отсюда. Я думаю, вот здесь. Опа. Дайтесь, да, яичко. Поставил грильницу сейчас. Забабахаю этих углей. Я прямо туда ее, наверное, поставлю. Прям на это поставлю еще. Брат, что творишь? Разгорается. Да, сейчас разгорится, будем жарить. Чугунная штучка, классная. А Дизель уже занялся своим любимым делом. Грызть палки, да, Дизель? Ай, да, Дизель. Да, девочка, красавица моя. Мягенькая такая, волосатая. Самая лучшая псина в мире. Дизель это так, само собой, а Диночка это самая лучшая. Дизель, все. Это хороший Дизель. Такой мельтешит, такой возбужденный. А Диночка более спокойная уже. Постарее. Так-то нас. Куда ты его тянешь? Мы сейчас столик сделаем. Да не сделаешь. Молодец. Ты его надо положить на этот. Да не надо этот столик. Вон, его можно положить на тот пенек, видишь? Ходи, вон туда. Новую пушку пока разгорается. Разгорается огонь. Покажу вам новую пушку, какая у меня есть. Прикупил себе такой. 22 Magnum North American. Бомба такая, так лупашит. Офигеть. Сейчас другой покажу. А это другой мой. Такая бомба. Кимбер 45. На фоне огня. А есть у меня такой холстер. Сейчас покажу, как вставляет. Раз, все при себе. А здесь пукалка. Тут ножик, тут один, а тут другой. Короче, пусть нападает, кто хочет. Покажи. Кто это рискнет? Кто это сделал? Что сделал? Мы здесь ходим, солнышко, найди другое место играть. Нет, собакам сейчас воды, наверное, поналивай. Ну, пошла жара. Налил водички попить. Глушат каждая со своей тарелки. Сейчас покажу. До дерева присобачила я. Вот такая. Большая. Потолок. Тут можно еще какие-то лампочки включать. Специальный. Powerbank подсоединяется. Ах, ладно. Вон брат свое ружье взял. Свой пистолетик. На охоту собрался. Сейчас эти сосиски брат поджарит. Для них специальные такие хлебушки есть. И барбекю соус. Будет бомба. А лук брала? Лук брала. Забыла глубокую тарелку взять. Угу. Понял. У нас это Дизель палку взял. Один догоняет. Все ходит ее. Куда ты пострелял? Теперь ищи. Где она улетела, пулька твоя? Где? А?
А у тебя еще одна есть, стреляй еще одну. Нет, это не хорошая. Давай, Измаил, еще одну стрельни. Нет, а где? Вечка не видела, куда пуля улетела? Где? Давай, может, попробуем найти, давай. Может, в штаны залетела тебе, брат? Нет? Не залетела? А ну поищи хорошо. Ну где? Где? На бороде. Может, под низом посмотрите? Может, у тебя... Братан, иди на охоту. Иди оленя поймай. Братик, а на голове там делал. А, на голове пульки. Измаил, иди нам оленя поймай. Сейчас мясушка мы сделали, давай. Нет. Ну поймай нам оленечка, поймай, братан. Пойду посмотрю, разгорелась или нет. Джеймс, я думаю, спит. Сейчас я вам тяпну. Динге в ногу попал, видела? Брат, иди поднимай. Нет. Ты Динге ногу. Еще горит. Почти готовы, еще тут дойдут. Иди, люди. Жар, пули разогрелись. Это закроем. Сейчас, да, поджарятся, будем кушать. Ой, еще примерзла и снизу. Пошла отсюда, Дизель. Все, пошла жара. Да? Ну идите, Иричка, идите оленя ловите. С собаками, идите. Далеко веди ее, Эвечка. Грибочки сейчас поджарим. Да, это как раз хороший. Это красивая. Переворачиваем, посмотрим, что у нас там получилось. О, хорошо пришмалял. Чтоб чуть-чуть изгорели. Можно жарить. Ох, как шкварчит вкусно, а? Это кемпер, я понимаю. Посреди леса никаких квартир. Красота. Что, ты им палку бросала, Эвечка? Вдвоем не могут определиться, кто отдаст. Смотри, вдвоем палку. Ага. Дизель, неси сюда. Скажи Дизелю, что поддала тебе. Заразочек другой перевернул. С той стороны поджаривать. Ну, так, еще готово.
красота. Потом грибочки будем жарить. Шкварчит красиво. Снял я это дело, вот так смотрится. Сейчас сделаем хот-доги и покажу, как я его буду есть. Хот-доги поставим, чтобы грибочки поджарились. Пусть маслица нагревается. Угу. Не трогай, брат, тут горячее все. Все горячее, понял? Так, муха летает. Сейчас, подожди, подожди секундочку, папочка, сейчас. Все, готов дело. Держи. А ну-ка, зацени, укуси. Как? Там его почти нет. Нормально? Вкусно. Что тебе брат сделает? Эвечке руки помыть, вон бутылка стоит. Делаем очередной хот-дог. Я люблю барбекю сос, так что я побольше налью. Теперь эксперимент. Вкусно или нет? Сори, я шухером на голове. Вкусно. Вот детки кушают. Бочки жарить. Который сам день собирал. Только что насобирали. Приехали в одном месте, остановились там, я не знаю его. Хорошее это, да? Грибочки пошли. Только что насобираны в лесу. Сейчас эти чуть сядут и других там. Может, даже в два раза придется. Лисички свеже собраны. Красота. Так, первая партия почти готова. Уже выпарились, нету воды. Так, первая партия готова. Постараюсь, чтобы масло чуть-чуть не здесь оставить. Так, запробуем. Что собой грибочки представляют? Что это тема? Кажется, лисички самые вкусные грибы. Нету соплей жирности, как у белых. Брат, хочешь грибочек? Давай тарелку, давай. Анечка, грибок будешь? На. Так, вторая партия пошла. Красота. Первую съели, пошла вторая. Наш шкварчит. Красненький огонек. Подвальца-то открыл, чтобы сильнее горел уголь. Долго он здесь горит в этой штуке. На всякие гумные. Так, обломово пелькает. Шкварчат грибочки. Братан, перестань пить чай. Так, и финальные штрихи. Уже почти готовы.
еще поджарено. Вода уже испарилась, сейчас чуть-чуть поджарю и все. О, какой огонь трещит, а? Подкидывай, подкидывай. Хвороста насобирали. Я-то там дровами запас себе дома нарезал. Димыч пришел. Да, Димыч? Ну, где этот ревнитель пришел? Нет. Не меня. Дай на маму. Стрельну маму. Стрельну маму. Маму не надо стрелять, ты че? Я маму. Ты пукалкой пришел сюда, охотник. Маму. Разноцветный. Куда ты стрелял? Куда ты стрелял? Там оленя надо стрелять. Вот как красиво все сидят. Вечерок. Дизель. Диночка. Эвичка. Да, Эви? Помахай ручкой. А ты на кемпе сейчас. Джеймсик. Измаил. И мама. И я. А вот огонь. Как красиво трещит, а? А этот огонь больше стал, свет появился. А уже темнеет вон. Только что полетал, опять покажу, как смотрится сверху. Да, Димыч? Димыч. Дизель. Давно уже на траке не ездила со мной, да? Дома сидишь, с детками играешься. Что-то где-то сверчит эти сверчки. Мама упал. Кто упал? Печеньку упал. Димычу отдай. Упал. Хорошо нарезал. Хорошо, что пилу взял.
Да? Они сухие все равно, он торчали. Все равно они упадут, никому не нужны, а я вот спилил. Два они сухие были, и там вон пенечки. Все равно они. Братан, с Эвичкой дрова носят. Да, братан? Покажи, как ты несешь дрова. А несет, а старается. Давай, только в огонь не ложите, возле огня. Вот сюда ложите, Эвичка, возле, с этой стороны. Брат, неси сюда. Тут ложить. Ну, не надо в огонь. Ну, ладно. Эвичка. Папа нужно слушаться. В огонь не надо ложить. Ложи вот здесь. Пошли еще. Так, проснулся я сегодня вот 4 сентября. Без 8:07. Утро раны. Дизель, Димыч, огонь погас. Все еще спят в лесу. Давай, блядь. Сейчас покажу, как в палатке все спят. Я замкнул. Что за искушение? Так-то на улице градуса 50, наверное, 45. Ну, по Фаренгейту, я не знаю, как по-русскому. По Цельсию. Сейчас огонь растоплю. Еще чуть-чуть дымок идет, конечно, с вчерашнего. Растоплю огонь. Пойду по лесу, может, застрелю какого-нибудь фазанчика. Похожу. Посмотрим. Не знаю, я заспат, не умывался, ничего. Какая морда. Вот так-то надо. Положим. Так, ну, у меня есть такие штучки. Сейчас покажу. Чоклас такие. Лаборовские. Вот. Такие штучки. Сварил кофе, сейчас молоко подогреваю, взбиваю. Люблю капучино. Сейчас я процежу чуть-чуть сюда. Вот так-то на. Вот и кофеечек. Капучино. Как в ресторане. Вот мой кофеёк. Сейчас попробую. О, вкуснятина. С утра пораньше кофеёк это самое. А тут парад выстроился. Да? Поели уже свою еду, Димыч? Съел шрам у неё здесь. Дизель её цапнул за глаз. Да, Дизель? Шухеришь? Давай, ложитесь. Ложитесь. Да. Да. Сет. Wait. О, уже хорошо разгорелось. Хорошо горит. Димыч, иди сюда. Я сейчас ту барбекюшницу запущу, наверное. Яички поджарить. Иди сюда, Динго. Иди сразу мячик приносит, это отдавать не хочет. Давай. Жу опять. Пошла. Вот им тут раздолье. Так, поставил угли разжигать. Ту белую штучку подожгал. Потом ставишь стартер. Когда разгорятся, высыпаешь в эту штуку и все. Я кофеёк пью потихоньку свой любимый. О, уж
чуть-чуть остыл, хорошо стало. Горячий был. Все, 15 минут, и угли разгорелись. Вот она, тема. Так, пока все спят с утра, мы с братаном готовим вот сосисочки, сейчас яички поджарим. Разгорелись мои угли вот так вот. Собачки отдыхают. Измаилка с пистолетом своим сидит. Да, братан? Покажи, какой у тебя пистолет, покажи. Большой или маленький? Покажи. Покажи, какой револьвер у него. А ну-ка, покажи. Ух ты! Ты хоть птичку уже одну поймал? Стесняется. Да, Димыч? Да, красавец? Сейчас приготовим. Йогурт разлил. Мне надо убираться. Да, очень просто дает нас. Ой, я. Кто там проснулся? Кто-то собирается к нам идти. Эмичка, ты свои шузы одела, Эмичка? Да. А ну покажите, как вы здесь спали. Ты где спала? Вот там? Ага. Ну давай, одевай шузики. Выходи на улицу, только без шузиков не выходи, а то тут грязно, ладно? Ладно? Такая пинковая вся, Эмичка. Только нагинайся и красиво одевай. Так не оденутся. Окей, мы тебя ждем, ладно? Яичко лежит. Димыч. Братан. И огонь горит. Измаил, покажи пестик. Такие штучки сырка понасыпала, и на этот положила, он растает. Дети будут кушать. Сосиски, я пару штук спалил чуть-чуть. Яишенку детям делаем. Солнце уже просвечивает. Я думаю, готовое. Мичка с братаном завтракает. Это ихняя еда. Да, братан? Измаил, ты пульки нашел? Покажи. Green и yellow, да? Пистолет его. Давай, Измаил, кушай. Ой, падает. Уэй. Падает сосиска. Не шевели башкой. Кушай. На, Димыч. Динга, на. Димыч не обученный. Комплимент от шеф-повара. Эмичка, веди ее сюда. Веди ее сюда и скажи ей, чтобы она барьер запрыгнула. Говори ей. Барьер! Рядом. Дизель. Динга, иди сюда. Барьер. А ну-ка, еще разок. Дрога. Ты дрога, много дров насобирал? Ну, бросай их в огонь. В огонь бросай. Нет, давай. Кучку. Евичка, вот смотри, как Евичка умеет в огонь бросать. Ой, видал?
Ты так умеешь? Да. Ну ложи вот там возле деревяшечек, ложи вот там. Ложи здесь, ложи. Потом по одной будешь бросать. Уходи от дыма, уходи. За тобой дым, да? Это так, да. Это так. Давай, давай, складывай, складывай. Это домик. Это мое, папа. Ты мое кофе выпил, да, братан? Выпил. Это мое. Ха-ха. Давай, как давай мое. Не, дай мое. Окей, твое, твое. Ну, пап. Братан, не дает мне кофеек попить, а? Братан, тебя зовут братан или Измаильчик? Как ты хочешь, Измаильчик? Давай, Измаил, давай. Харай пить, расскажи. Как тебя Измаил зовут? Или из братан? Поносик. Поносик? Ничего ты говорит, ты че? Поносик. No. Поносик. Не. Поносик. Поносику. Поносику. Поносику, поносику. Замариновал я мяско, ребятина, шашлык он сделал, покажу, замариновал, сейчас шашлычка сделаю, должно быть красиво, сейчас опять замутил углей, барбекюшницу, здесь огонь горит, а дети пошли в лес с Жунцей погулять, палаточка такая. Чего ты чавкаешь? Что там? Зять! Атак! Атак! Динго, атак! Охраняет. Целую ночь вокруг палатки ходили. Целую ночь. Никакого меня, я так насчитывал, что медведь придет. Потому как у меня что-то имеется. Self-defense называется. Пермит не надо. Ну что-то не пришел. Там много есть, медведь понагадил в лесу. Беги, беги, Тевечка. Ты где была? Там в лесу стреляла. Ты в лесу стреляла? Куда ты стреляла? Там далеко. По бутылочкам или по шишкам? По шишкам. Это ты такую нашла? Ага. Вот, как у нас на телевизоре. Как у нас на телевизоре? Ты собралась ее домой забирать? Ага. А что у тебя такие ручки чистые? Где такие ручки чистые взяла? Где? Что ты рыла ими? В земле копалась? Ага. В земле копалась. Понял. Димыч. Дизель, кам. Дизель, кам. Кам. Красиво в лесу смотритесь. Ты хоть оленя меня поймал, братан? А Мишку видел? А их запарился, детям говорит, чтобы топтали их. Они топчут и топчут их. Понял. Пошли, сейчас уже будем жарить. Я уже засыпал эти. Будешь мне снимать. Оперейтором будешь. Этого тебе желательно уложить спать. Будем выжаривать. Псы тусуются. На ней кота напала. Дровишек подкинул. Сухих пошел, нарвал. То мои уже закончились, что с дома привел. Сухих нафигачил. Хорошо, что есть этот. Вичка, не подходи, здесь горячее. Что, шишку пожарили? Шишку зачем ее жаришь? Муху спалили, Вичка. Да. Сгорелась муха. Ух ты! Полетела муха. Разлаживаем шашлычок.
пошла жара. Так смотрится. Курочка. Уже первая партия жареного. Такое сочное. Дети уже едят. Да, братан, покажись. Мечка, покажи, как ты жуешь. Сейчас я заценю. Сочная конкретно. Так, уже потихоньку сматываемся. Все дожигаем, допаливаем. Собираемся. Палатку уже почти свернула. Одеялы. Джеймс просто еще спит там в палаточке. Пока все соберем. Он проснется. А он там уже играется, он же не спит. Руками. Так, все собрано. Собаки на месте. Все упаковал. Штрамбовал, что в бакс, что здесь навязал. Сейчас огонь потушим. Мусор пособирали, все чисто. Я думаю, он высохнет, он уже не загорит. Если загорит, то... домиком квартир. Едешь в дикой природе.